последний день, когда я провожу в Лепе, ну не вообще, не всегда, а именно вот на данном этапе, когда я решил попутешествовать по Латвии. И мне как раз сегодня попалось одно место такое интересное, называется Северный Мол в Лепе. Я вам сейчас покажу, как тут все выглядит моими глазами. Ну, надеюсь, вам понравится. И вы знаете, в Латвии много очень интересных мест, в которых я еще не бывал. И это вот одно из них, которое вот сегодня посетил и, честно говоря, наслаждаюсь. Смотрите. Вот если посмотреть там вдаль, то может, похоже вообще на какие-то острова. Тут там, блин, не знаю какие, Сейшельские или там, допустим, там как джунгли какие-нибудь там во Вьетнаме, там еще что-то. Но реальный вид офигительный. Ну тут разукрашенные, короче, темы такие, там машинки стоят. И, внимание, долго-долго дорога. Вот прям туда-туда далеко. Сейчас надо камешек зарядить на память. Эх, может быть, у меня получится какой-нибудь нормальный сейчас запустить. Что-то так красиво полетел. О, на два раза хватило. Ну ладно, погода, конечно, честно скажу, ну, такая сопливенькая. Но это не мешает для того, чтобы можно было потусоваться, походить, поизучать нашу местность, то бишь саму Латвию. И открыть для себя что-то новое и интересное. Сейчас пытаюсь подняться здесь. По этим долгим дорогам в дюнах. О! И сходить. О! В этот путь. На мол сам. У нас в Югаю такого нету. Я представляю, какая была громадная работа произведена по тому, чтобы отлить из бетона вот такие штуки, а еще их и привезти сюда и поставить. Полный же ткач. Блин, дождь собирается. Стараюсь свою мобилу не замочить, чтобы она не накрылась медным тазом. О, коренные обитатели. Вагоны. Вид на самом деле здесь. Чехольчик для мобила, чтобы так потихонечку уже на низком старте быть. О, собачкин, хозяйка гуляет. Вообще охренительный видос, честно вам скажу. Это ни с чем не сравнимая тема. Когда ты сам приходишь, видишь это своими глазами, это что, по телевизору, где-то там фотография. Это не то, это неописуемое впечатление. Смотрите. Вайзовский нервно курит в сторонке. Потому что такое нарисовать. Ха. Не знаю, вот посмотрите вдаль. Море сливается вместе с небом. Если бы было побольше времени и бабла, не знаю, я бы, наверное, нашел бы кого с каким-нибудь небольшим корабликом, чтобы можно было выйти в море и поснимать тоже, как выглядит Лепа со стороны моря. Это было бы наверняка тоже интересно. Зимой тут
наверное, холодрыга нереально. Ладно, до новых встреч, дамы и господа. Когда я постараюсь дойти чуть-чуть дальше, посмотреть, что там, может, еще один видео сниму. С вами Джедай и славный город Лепа с северным молом.